говорить, можно говорить. Жестикуляция показывает. Мимика, абсолютно верно. Это не обязательно только рукой махать, да? Но в основном это что у нас? Движение рук. Лица, губ. Лица, губ. Поза, абсолютно верно. Глазами тоже можно. Бровями одними можно. Итак, когда мы будем говорить о жестах, мы будем подразумевать все это. В том числе и движение руками, и движение ногами, поза, тело и мимика ваша. Почти невозможно рассказать что-то увлеченно, не используя язык жестов. Кстати, всем вчера. Да. Мистер? Мистер. Мистер Дэнси. Такой смазан. Да. Вот. Поэтому, если вам надо небольшую передышку, время, чтобы подумать, делайте так, вам да, не будет рисовать. Все, спасибо, вообще отличные, вообще молодцы, все объяснили. Да, можно просто указать, направить, можно показать прямо, да. Потому что в основном наша человеческая деятельность сейчас осуществляется с помощью рук, да? Мы пишем, держим переход человека на новую ступень эволюции, да, это именно использовать. Право встать и пересесть направо. А тех, кто сидит справа, встать и пересесть налево. Сейчас я попрошу тех, кто сидит слева, встать и пересесть направо, а тех, кто сидит справа, встать и пересесть налево. Сейчас я попрошу тех, кто сидит слева, встать и пересесть направо, а тех, кто сидит справа, встать и пересесть налево. Вот было три варианта. Какой из вариантов вы бы с большей легкостью бы согласились? Первый. Первый. Почему? Потому что просьба образовательная. Да, это был жест, просьба, прошение, как у нас просит, да? Поэтому, когда вы обращаетесь с просьбой и используете именно этот жест, люди легче соглашаются. Я чувствую, что они просят. Что было во втором случае не так? Профсоюз. Работников здравоохранения. Молодежи. Профсоюз работников. Молодежи. Глухонемых. Союз работников. Алло, опера. Ну, а что еще? Секретарю. Работников. Телефонная. Ну, как это называется? Работников кого? Кто? Связи! Да! Еще время есть! 15 секунд, давай! Да. Доллары. Курс. Курс. Валюты. Ну, вообще-то не доллары, конечно. Евро? Рубли. Время! Цель. Рубль был. Зато у вас 3 балла. Хорошее слово. Объяснили трудно. Ну да. Надо всех туда показать, туда, в центр. Можешь видеть? Да. Можешь, пока минута идет, можешь все слова объяснить. Книга? Газета? Какая газета? Профсоюзная. Сколько слов? Газета и существительное. Журнал. Газета, вестник. Какая у нас газета самая известная? Информбокс. Профсоюзная, я имею в виду. А, это сейчас. Вестник. Профсоюзный вестник. А как он называется? Газета? Я читала. А я думаю. Это справедливость. Да, похоже на же ближе. Это другой раз. 20 секунд. Не успевай. Торопится. Пишешь. Тряпка. Грязная. Нет, нет, денег нет. Бомж. Нищий. Там, ну, еще? Нищий. Еще? Бедный. Безденежье. Безысходность. Время. Ну, хорошо показывала, конечно. Безработный. Безработица. А газета «Солидарность». Да. О, Господи. Там нет такого слова. Отдыхать. Курорт. Работодатель. А докладную пишет. На жалоба. Жалобу. Докладная. Претензия. Чище. Докладная. На
этого. Ну, выговор. На выговор, правильно. Молодец. Ничего, уже все, что ли? Небо. Че, пальцем в небо? Ночь. Солнце. Ночная смена. Работа. Отдых. Значит, сверхурочно. Я пошел. Отработал смену и пошел. Да? Да. Смену отработал. Выходи. Ночное дежурство. Рабочий день. Врач. Закончился рабочий день. Выходной. Ну вот. Но. Отпуск. Рабочий смен. Рабочий день. О, правильно. Смена. А, рабочий смен. Рабочая смена, молодцы, два слова отъебала. Сейчас. Ну ладно. Знакомился? Знаком? Ага. Поехали. Я пишу. Программист. Чаты. Программист. Пишу коллективный договор. Я сочиняю. Печатаю. Человек. Коллективный договор. Я. Ты программист. Я записываю. Может, другое слово? Давайте следующее. Журналист. А ее, это то же самое. Давай следующий. Давай дальше. Она. Спикер. Профсоюзный работник. Наставник. Начальник. Начальник. Председатель. Начальник профсоюза. Главный. А выше? Президент. Президент. Время! Что там было? Босс! Профбосс! Профбосс! Надо было показать. Работодатель? Ты что, не мог показать-то? Да, я же тебе показывала. А, босс! Мне бы ее, а? Не знаю. Один. Бежит? На работу бежишь? Школа! Школа! Можно? А, все, что ли? Там одно слово. Не объясняй только. Ну я. Пишу книги в тетради. Журнал. История болезни. Читать. Стенд, на стенде. Пишу. Два. План. Два каких слова. Вот. Громче говори. Ты там сразу, ну, громче говори. 10 секунд. Школа. Ну, как объяснить-то? Домашний. Время. Учебный план. Учебный план, да. Учебный. Нет. Простой, тихо. Мы? Медработник. Медицинский работник. Нет. Здравоохранение. Врачи. Медики. Медицина. Здравоохранение работники. Да. Сколько слов? Одно. А. Работники. Врачи. Врач, медсестра. Коллектив. Сестры. Ну чё? Врачи, кто там? Как это вообще? Профсоюзы. Больница. Всё, больница. Типа мы все работаем в больнице. Три слова. Профсоюз. В небе. Нет. В облаках. Авиация. Начальство. Провода. Связь. Профсоюз. Соединяй. Босс. Объединяй. Ну давайте, если ответите. Объединяй. Нет. Профсоюз. Информирует. Вот, блин, все есть рядом. Или энергетиков какой? Энергия. Другое слово. Профсоюз. Работник. Союз. Работник. Энергетики. Энергетика. Во, профсоюз, энергетика. Ну ладно, все, молодцы. Все, смято. Четыре. Два слова.
Сидеть. Коров. Сидеть. Коробки. Завязывай. Аптечка. Коров. Ёлка. Ёлочка. Подарок. Новогодний подарок. Новогодний подарок. Пиш. Сколько кольцо? Мы все коллективный договор. Помогу нам, да. Легкая. Я даже не знаю, как это показать. Да, здесь просто нет. Слав. Ладно. Заседание российской трехсторонней. Ну, присела. Прибала. Кольцо. Все мужчины. Неделя. Рабочая неделя. Выходные. Две недели. Так. Кольцо. Обрыв. Угу, почти. Яма. Обед столовая? Перерыв на обед. Перерыв на обед. Так. Кольцо. Обед. Не знаю, как. Таких не бывает. Что, не будешь писать? Мы все. Коллеги. Молодец. Сотрудники. Работники. Участники. Члены. Участники. Мы участники. Форум. Такие работники. Время! Мы все участники молодежного форума. Работодатель. Социально ответственный. Работодатель. Бесполезняк. Я слово социальный не знаю, как вообще объяснить. Показывай всех. Но... Социально. Отдых. Загар. Отпуск. Отпуск, правильно. Деньги? Считай. Зарплата. Маленькая зарплата. Кажется. Очень огромный. Вообще. Касса. Миллион долларов. Бюджет. Да. Еще 40 секунд. Друг на друга. Документ. Взятка. Пошли вы все. Первое хотя бы. Друзья. Холодно. Бояться? Наказание. Это холодно. Она прилагательно объясняет, да? А, прилагательно. Холодно. Мерзнет. Мерзнет. Холодно. Время! Сохранение северных льгот. Ой. Северных. Северных. Думаю, Даша. А, есть такой персонаж? Скажу из мультика. Из американского там мультика. Это в Симпсонах. Мистер Бернс, да? Да. Владелец завода. Если вы хотите сделать умный вид, или вам нужно время подумать, может, так сесть, чтобы вас никто не будет пикать. И вообще, я считаю, когда вы так делаете пальцы, поток мысли. Вот. Жесты очень важны в нашей жизни, да? Можно усиливать ими свою речь. Используйте их. Желаю вам удачи. Спасибо. Спасибо. Не только жесты. Жесты – это наше с вами бессознательное. Движение. Движение чего? Рук. Ног. Тело. Голова. Лица. Бровей. Для чего угодно. Жеников. Когда мы говорим про жесты, мы подразумеваем все это. Да? Это не только руки. А почему все-таки большинство считает, что жесты – это связано с руками? Когда мы разговариваем, мы жестикулируем руками, наверное. Потому что на ногах мы стоим, а руки у нас должны быть свободны. Все дело в том, что при помощи рук можно
Мы пишем. Дороги труда. Можем писать, держать топор. Оружие труда. Да, это жест. Жест – это наше с вами бессознание. Как вообще жест? Движение. Движение чего? Рук, ног, тела, лица, бровей, вот для чего угодно, наверное. Когда мы говорим про жест, мы подразумеваем все это, да? Это не только руки. А почему все-таки большинство считает, что жест – это связано с руками? Потому что когда мы разговариваем, мы жестикулируем руками, наверное, потому что на ногах мы стоим, а руки у нас очень свободны. Все дело в том, что при помощи рук можно пишем. Дороги труда. Можем писать, да, держать топор. Можем движение руками. Оружие труда. У нас пиратский квест. Я не вижу сейчас здесь ни одного пирата. Покажите мне хотя бы одного пирата. У вас есть 10 минут, чтобы сделать пират. Нормально, полноценно, пират. Из подручных средств, может быть, у вас что-то есть в ваших доликах? Это глаза. В наших доликах? Глаза, ежи, и все. Вязка, шляпа. Что, есть что-нибудь? Пойдем кого-нибудь играть. А у вас можно снять? Пойдемте искать. Кто у нас будет пиратом? Кого? Надо глаз, да, закрыть? Да, глаз. Развивайся дальше. Когда пират? Нет, ты рыжая. Нету ничего. Может, очечки как-нибудь? А что? Давай. Нет, черный карандаш. Очечки тоже. Что, там кого там увидел? Девчонок, да, которых загубить надо? Я здесь. Подожди, подожди. Глазик. Шляпы не хватает, да? Так, все, забрал, да? А сказать ничего не надо? Активисты. Куда идем? Дальше. Нет? Да, я готов сейчас. Это искренне комплект. Что-то не знаю. Вот, без одной. Загни ее, загни. Что-нибудь так сделаем, не нагни. Вот, что-то надо. Загни, и надо было эту, как его? А что бы еще тут? Палочку найдем срочным образом. Палочку. Примотаем вон туда. Это точно пират, да? Где Марк? Дай, маркер был бы закрасили. Ну что, давайте. Маркер, уголь где-то лежал. Дайте черный маркер. Сама. Может, тебе шишку? Может, тебе шишку?